Сегодня я покажу вам, как нарулить звук хай-хета. Мы будем использовать синтезатор System One, однако данная техника подходит для использования с любым другим субтрактивным синтезатором. Начнем с секции микшера. Уберем все осцилляторы в ноль и добавим немного белого шума. Теперь с помощью высокочастотного фильтра отрежем низ. Далее нам нужно отрегулировать огибающие усилителя. Здесь нам понадобится только фаза дикей. Для закрытого хэта установите короткий дикей. Для открытого хэта установите дикей подлиннее. Вы можете немного изменить характер звука, используя низкочастотный фильтр. Мы будем использовать фильтр с частотой среза 12 дБ. Фильтр с частотой среза 24 также подойдет, однако в нашем случае лучше использовать мягкую фильтрацию. Добавим резонанс. Сейчас пик фильтра находится в высоких частотах, поэтому звук стал более металлическим. Можно попробовать отрегулировать фазу дикея, огибающей фильтра. Готово. Не забудьте, что для смены типа хэта можно управлять дикеем, огибающей усилителя.